Как добавить оплет на верхнюю панель? Щелкните правой кнопкой мыши по верхней панели и выберите пункт «Добавить на панель». Из списка выберите оплет, который будет вводить сведения о погоде. Данный оплет имеет название «Сводка погоды». Выберите этот оплет и нажмите кнопку «Добавить». Оплет успешно добавлен на панель, но сведения о температуре не отображаются. Для настройки щелкните правой кнопкой мыши по нему и выберите пункт «Параметры». Перейдите на вкладку «Место расположения», выберите «Европа», затем «Россия» и «Город Москва». Сведения о погоде обновились и отображаются на экране. Чтобы просмотреть подробные сведения, откройте данный оплет. Добавьте оплет, который позволяет завершать работу зависших программ. Данный оплет имеет название «Принудительное завершение». Выберите этот оплет и нажмите кнопку «Добавить». Чтобы удалить оплет с верхней панели, щелкните правой кнопкой мыши по нему и выберите пункт «Убрать с панели». Настройка внешнего вида. В свободной области рабочего стола щелкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите пункт «Изменить фон рабочего стола». Выберите понравившийся фон, щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Для добавления собственного изображения нажмите кнопку «Добавить», затем щелкните двойным щелчком мыши по нужному рисунку. Для удаления изображения щелкните по кнопке «Удалить». На вкладке «Шрифты» выбираются используемые в среде GNOME шрифты. Щелкните по кнопке возле поля «Шрифт приложения». Откроется окно выбора шрифта. Из списка выберите другой шрифт и нажмите кнопку «ОК». Такие же действия повторяйте и со шрифтом документа, шрифтом рабочего стола и шрифтом заголовка окна. Для ЖК-мониторов щелкните по пункту «Субпиксельное сглаживание», а для LT-мониторов можно воспользоваться пунктом «Наилучшая контрастность». На вкладке «Тема» выбирается внешний вид графической среды GNOME. Системный монитор. Выберите из меню «Система» раздел «Администрирование», пункт «Системный монитор». Данная программа служит как индикатор запущенных процессов, так и для управления ими. На вкладке «Система» отображается имя компьютера, версия дистрибутива, версия ядра, версия графической среды, объем оперативной памяти, название процессора и количество доступного дискового пространства. Перейдите на вкладку «Процессы» и щелкните по полю «Проценты ЦП». Процессы будут выстроены по возрастанию загруженности центрального процессора. Чтобы выстроить в порядке возрастания загруженности оперативной памяти, щелкните по полю «Память». Чтобы выстроить
по названию процесса, щелкните по полю «Название процесса». На вкладке «Ресурсы» в виде диаграмм и графиков отображается использование процессора, памяти и сети. На вкладке «Файловые системы» отображаются жесткие диски, которые видит система.